Донецькі фани збирались на своїй ультрастрибуні, їхні київські опоненти проводили голосову розминку. Іван – вболівальник зі стажем, приїхав з Москви із донькою. Ну, это сложно не приехать на такой матч сегодня сюда. Мы просто даже вариантов не было не приехать. Очень ответственный матч. Мы сами все мы прекрасно понимаем, чего он стоит. Вот поэтому ну, просто даже не стоял такого вопроса не приезжать. Только Киев, только победа! Мы были на матче в Киеве, когда был счет 3-0. Но вот мы это сделали. Вот и сейчас просто верим и надеемся, и все. Натомість один із лідерів білосинього руху Євген скаржиться, що на фан-територію «Динамо» організатори матчу не дозволили пронести атрибутику, банери, мегафон і барабан. Зі скандалом вдалося отримати дозвіл на пронесення прапорців, тканина яких, на думку працівників Міністерства з надзвичайних ситуацій, не оброблена спеціальною протипожежною сумішю. К сожалению, перформанса на виїзді не вийшло, дуже жорсткі правила і требування на Донбас-арені, в отличие, допустим, от нашого ж стадіону. Знаю, что эти правила односторонние, и болельщики «Шахтера» сегодня на выход команды собираются произвести яркое перф. Вот. Нам, к сожалению, этого не дали сделать. За нас скажет Милевский и, надеюсь, Ярмоленко. В первую очередь я надеюсь на то, что господин Михал не успел пообщаться со своим коллегой. И если это так, то у нас все козыри, мы сегодня выиграем.